такие вот вокруг, типа скалы, не скалы, не знаю. Такой вот это комфортный заход в пещеру. Ну, пещера не пещера, но что-то типа того. Ну, пошли? Вы что, еще нет? Давай, вперед. То с фонариками. Сейчас посмотрим. Мухи летают, я слышу. Поручни все есть, деревянное тут, чтоб не упали. Люди идут. Вау. Вот это комфортно. Тут так прохладно, классно. В общем, вот такой вот, а тут виды такие. Салфетки валяются, все уже. О, разные это. Вон, нет, там тупик или нет. Нет, туда можно идти, нифига себе. А, там огорожено. Туда тоже, а нет, просто. Вот туда можно, нет. Нет, тупик. Вон, если наверх только. Все, это вулканическая порода. Давай вперед, Ириш. Ну, наверное, и все, да. А мне кажется, не стоит туда идти-то. Андреас Вард. Да, я тоже что-то. А что там интересно? Ну, будет вот пролазить через это. И меня это вообще не прикалывает. Вот тут побольше побыть, потому что тут прохладно, и все. Такая же он это, капает все. Видишь, там мокро. Люди хотят, наверное. Пускай хотят. А смотри, они скользкие, штайны. Они блестят. Кук. Кук. Да, тут ничего интересного нет. Ну все, мы побывали, это самое главное. Всюду стоят вот такие вот каменные указатели. Вулкан Айф, вулкан Век, то есть вулканическая дорога. Типа того. Тут кто-то сделал такую прикольную штуку. Вот везде эти скалы. Мы побывали в пещере. Да, пещерка. Немного прохладно. Просто дырка в скале, так и все. Пещеры это не назвать. Ну, нормально. Гуляем. Погода прекрасная, все хорошо. Обнаружен гламурный крест. Дети разрисовали, типа того. Там сбили какую-то надпись. Ну, вот так вот. Ничего. Ничего такого, но все равно нормально. Хоть что-то в лесу. Разнообразие какое-то. Людей куча. Флаг вот такой-то здесь на вышине, на вершине желто-синий, как бы флаг цвета Украины, скорее всего это с чем-то с другим связано, может быть, блин, может быть цвета города Герольштайн. Это мы вот вокруг города Герольштайн прошли по лесу вот так вот. Мы в центре города Герольштайн. Такой символический, такой, ну, хороший символический, серьезный памятник погибшим Штайхелем в стальном шлеме. Все как надо, солдат. В общем, тут купил я в этом городе в специальном бикерае купил этот старый айфелевский хлеб. В общем, по старым рецептам хлеб с Айфеля. Ну и конечно же, если я в этом городе, то я купил тогда и вот этого, вот этой водички Герольштайнер. Если я в этом городе, то и купил эту водичку. Она знаменитая, везде продается, ничего особенного, но раскрученное название. Поэтому я и купил старый хлеб по старым рецептам Сайфеля
и как бы продолжаем прогулку по городу. Городишко маленький, такой тусклый, ничего приметного. Сейчас попробуем еще съездить в этот на то место, где бьет ключ, сам этот Герольштайнер ключ, Герольштайнер Квелли, Брунер, во. Кому-то еще одна доска памятная, какой-то парень тут. Все ясно.